Занятия в школе юных спасателей провели для маленьких нижегородцев. Настоящие профессионалы своего дела из МЧС встретились с ребятами и рассказали им, как спастись в опасных ситуациях. Детям были продемонстрированы различные средства тушения, рассказаны азы поведения в различных чрезвычайных ситуациях, как на воде, так и при угрозе возникновения пожара. А также проведены разные конкурсы. У детей осталось море эмоций. Когда еще получится почувствовать себя настоящим спасателем? Ребята с восторгом примеряли костюмы пожарных и даже попробовали применить настоящий огнетушитель. Нельзя выходить на лед, когда он только заледенел, можно провалиться. Нам понравилось, как мы тушили пожар. А в конце юным нижегородцам показали мультфильм о работе пожарных спасателей и вручили памятки и сувениры.